С вами Шмики, мы продолжаем проводить игру под названием Bendy and Ink Machine. Дом с привидениями. Поехали. Возвращайся обратно, мне пишут. Но мы, конечно же, не послушаем и поедем прямо. А теперь поездка начинается, Генри. Но оружие... Заходи и приготовься, что это всего лишь плохой сон. Так, пистолета у меня нету, чтобы отстреливаться. Забавно. Как много всего может развалиться так быстро? В студии творится хаос. Либо ты кто-то обманывал, либо кто-то тебя. Он Борис. Я просто хотела того, что мне обещали. Я просто хотела быть красивой. Конечно, ты понимаешь это. Генри, почему ты здесь? Мы все умираем от любопытства. Ты просто наслаждаешься потому, что попал в ад. Потому что, если это так, держись крепче. У меня есть сюрприз. Вау. Ну, выглядит неплохо. Это путч? Подожди, это тут сейф комната? То, что здесь сейф комната, это плохо. Так, здесь что-то можно создавать. Значит, мы сюда еще вернемся. Борис! О, нет, нет, что они сделали с тобой? Встречай нового и улучшенного Бориса. Я лучше хотел... Для ему гораздо больше. В этот раз нет ни чернила, демон. Не спасет. Борис, разорви его на части. Я понял примерно, что делать. Так, Борис, стоп, а где... Где мой друг? Делать было. Thank you.
Нет, 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 нет! Почему ты просто не можешь умереть? Борис погиб. Они все же... Это Алиса? Да ладно. Нихера себе. Ну что, тогда давайте я немного перенесу все это дело. Ну, то есть... Эту я объединю с пятой частью, да? О, все. Это зависло просто все. Глава пятая. Последняя бобина. Вот и все, глава пятая уже. Я знаю эту песню. Everyone knows that song. Все знают эту песню. Who are you? Кто ты? Why are you here? Почему ты здесь? I was invited by an old friend. Меня пригласил старый друг. And now и теперь я не могу уйти. Then you know more than we тогда do. Ты знаешь больше нас. One minute, we don't even первое, exist. На самом деле мы даже не существуем. Just мы просто thoughts. Мысли. And the next minute, а еще это место. This place. Are you gonna let me out of here? Меня сюда выпустят? Down here, strangers здесь, внизу, aren't good things. Незнакомцы опасны. How can we trust как мы можем тебе доверять? We don't even know what you are. Мы даже не знаем, my кто ты. Меня Henry. Зовут Генри. I used to work here. Я здесь работал. I honestly don't know я my name. Честно не знаю мое имя. So, they call me Alice. Они зовут меня Алиса. But I'm no но angel. Я не ангел. You go back and rest. Давайте отдохнем. We'll talk again мы later. Потом поговорим. Только на несколько часов. Не надо беспокоиться. Я не уйду далеко. Только у уровня 6. Никуда не уходи. Приходу за Генри, хорошо? Я вернусь, как только смогу. Обещаю. Генри? Вот. You must be hungry. Держи, ты должен быть голоден. Sorry. Извини. It's all we have. Но это все, что у нас есть. Но она мне доверяет. И он очень зол на нас. I know you're watching. Я знаю, что ты следишь it's за мной. Это все просто немного странно. You're the one that writes on это the ты walls. Пишешь на стенах? We all do. Мы все пишем. For some poor souls down here, для жалких душ, находящихся здесь, это единственный способ быть услышанным. Но не касайся долго чернил. Они могут быть забрать обратно. That's how I met Tom. Я так встретил Тома. Я делал то, чего не должна была, а он... Он why был там. Tom? Почему ты называешь его Тома? Он it. Просто отзывается на well, Тома. I don't think но he's very не думаю, что я ему сильно понравилось. Let me show you something. A while back, решишь мне, не так давно, когда я наносила levels, на карту уровня, off of в кусочке зеркала кто-то отразился. Glass, я поднесла его и увидела, что позади меня на стене было right написано there, скрытое послание, прямо на виду. So I kept looking. И я дал желаю искать и нашла еще больше сообщений в студии. Но они невидимы вооруженным взглядом. Только через это. Только
Посмотри, я не знаю, кто их оставляет, но думаю, они знают, как отсюда выбраться. Куда они ведут? В никуда. Я шла по их следам, но только ходила кругами. Не думаю, что мне суждено покинуть это место, Генри. Но может, ты сможешь? Алиса, пожалуйста, выпусти меня отсюда. Том думает, ты опасен. А что ты думаешь? Я думаю, что ты тот, которого мы все ждали. Поспи. Может быть, завтрашний день будет лучше. Заметьте, мы спим уже третий день. Это было очень глупо, Том. Тебе не стоило туда идти. Он увидел тебя. Теперь это только дело времени, прежде чем он нас найдет. Привет. Мы не можем просто оставить его здесь, особенно когда чернильный демон так близко. Что происходит? Он приближается. Нам надо двигаться дальше. Том, нам надо его выпустить. Мне очень жаль. Отлично. Послушай меня, это герой. Ложка. Короче, нам не нужно трогать дверь. Возьми эту ложку. Она тебе поможет. Походу, мы мертвы или что? Потому что тут могилка. Хотя, может быть, хер его. А, нифига себе. Она живет в тебе. Подожди. Она жива, пока ты... Ты мертвый. Она жива, ты мертвый. Посмотри внутрь. Тебе это пригодится. О. Хотя нужно, верно, было с первой серии это делать. Изучать местность. Замечу, что я не могу ходить, пока работает светило. Окей, мы где-то в пещерах. Сейчас этот вылезет, черт. Ага, два удара, запомнил. Искорки, походу, показывают, куда мне идти, либо говорят то, что это опасное место. Так, вижу пятно, которое восстанет. О, там что-то какое-то послание.
Так, иногда в рейвере, в корабле или в шлюпке. И что, как мне залезть? А, просто запрыгнуть. Не врубаюсь все равно. А, теперь понял. Самое страшное... Ну, даже не страшно, почему здесь сейф? Иначе меня могут убить по пути. Я не могу долго удерживать рычаг. Почему я вообще могу отпускать его? Почему там был сейф? Значит, мне может что-то... Кажется, что-то застряло в гребаном колесе. И кажется, я понял, что я застряла. Та херня была... Эта херня была неподвижная, замечу. Еще бы попадать. Очень близко появилась. Давай. Сейчас захлопнет по-любому. Понимаете, без прицела довольно тяжело попасть по этой черной херне. Но я пока что убегаю от этой руки. Более-менее получается. Наверное, еще один раз этот будет, заглохнет и все. Нет, этого хватило. О, чувак там сидит. Это город этих чудиков? А, ну ладно. Так, внизу я, он, мы все заключенные You bring death. Что-то ты умереть.
Это время невозможно, невероятно, бесконечное. Нету монстров. Некоторые люди что-то-то там. Предали, Борис. Я доверял вам. Я дал вам все. Почему? Почему? Так, хилюсь. Нет, не смотри на меня. Держись подальше. О, вы обманули меня. Вы сказали, что освободите меня. Что же, я сейчас освобожу тебя. Освобожу голову с твоих плеч. Овечка, овечка, овечка. Пора спать. Окей. А я думал, он типа мне поможет подняться. Это было близко. Тебе повезло, что мы были неподалеку. А, это буква Ю, значит. Это был он? Не думаю. Искатели и потерянные построили это место. Сами, должно быть, держал их на расстоянии, теперь, когда его нет. Кажется, нам придется сражаться. Приготовься. О, они не ваншотятся. Вот эти ваншотятся. И то, если им в голову попасть. Вау. Ой, это шахтеры. Натуре меня убили? Сейчас это всерьез. То есть остался последний, меня убили. Заново. Попадишь ты. Волка, не бей. Дайте пройти, сука.
this. Keep fighting. А нет, смотрите, здесь походу постоянно битва. Я умирать не хочу. Вот я от вот этих, да? Три штуки. А не. Почему не ваншот? Я могу просто убежать. А, тут тупик. Заметьте, что она ангел. У нее нимб на головы. Вот, вот эти три шахтера меня убили. А нет. Можно. Наконец-то. Думаю, с ним покончено. Но никогда не знаешь, когда они еще нас могут так. Теперь нам лучше держаться вместе. Генри? Думаешь, ты можешь показать дорогу? Да, я могу показать дорогу. Я думаю, нужно точно эту главу заканчивать, а то я сгорю нахер снова это проходить. Ясно, оружия у нас нету. На этом, значит, мы заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.